flesh, just wanna feel your kiss against my lips. And now all this time is passing by, I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that. Кто-то говорит, стекло глотать легче, чем правду. Я с ними согласна. Я любила танцевать и рисовать ангелов. А потом жизнь как будто заново. Мне было почти 17, и тогда я увидела ее немного с другого ракурса. Когда мне было 17, я потеряла лучшего друга. И это было достаточно трагично для меня, чтобы закрыться от всех. Мне позвонили и сказали, что Саши больше нет. Я шла домой и не могла поверить, что все, что было до этого момента, исчезло раз и навсегда, как будто и не было вовсе. Целая жизнь, которую я помню с детского сада, как дарил мне первые цветы, как смешно шутили на переменах, как подкалывал меня, провожая домой. Все это стало одним пустым звуком. И если бы меня тогда спросили о дыхании, я бы промолчала и нарисовала бы пунктир. В аптеке, покупая очередное успокоительное, слышно песни, от которых тошнит. Слышно людей, которые слушают песни, а потом их тошнит друг от друга. И боли-то не видно, потому что беззвучные внутренности уже истощились. А через год я услышала телефонный звонок, телефонный голос и бросила трубку. Водитель грузовика заснул и выехал на встречную полосу, врезавшись в машину моих родителей. Сердце резало изнутри, когда диагноз одиночества – это как лед за шиворот, что нельзя зашить все эти раны. И боль, когда мою посуду миксую фейри со слезами. Еще вчера 16 лет и знакомая пофиг. А сегодня одна и за все отвечаешь сама, не имея права на ошибку. Это последний раз. Я почти уверена, я знаю. И снова выпиваю. Сегодня ночь, завтра утро. Я потеряла еще дней и так длилось больше 2 лет. Но каждый раз, стоя у пропасти на крыше, меня что-то останавливало и не давало сделать шаг туда, где я бы не могла уже об этом рассказать. Конечно же, я не хотела жить, но я не хотела умирать. 2 года жизни и не жизни слились для меня в один серый день. Приход весны для меня ровным счетом ничего не значил, но тривиальное выражение, что весна — это пробуждение, хлестнуло по мне 29 марта 2010 года. Ежедневная рутина, работа, дом, работа. В этот день стало для меня именно пробуждением. В метро была смерть. Смерть была рядом, но я жива. Я осталась жить. Нет, я осталась жить. Я должна жить. Я проснулась, точка. Сначала я обрела радость. Радость жить. Эту радость внутри себя я берегла, как берегла когда-то в детстве свои рисунки. А вслед за радостью пришел смысл. Мой смысл не в служении и даже не в работе, которую я снова полюбила. Хотя так радостно видеть улыбки детей, которые смотрят на мои рисунки в детских книжках. Мой смысл встретить его, мою любовь. Начала писать книгу. Вот первые строчки, может быть, ерунда, не знаю, но... Я хочу перечитать еще раз. Когда взгляды встречаются, происходит чудо. И тогда двое становятся одним, и с тем, как их любовь растет, они создают другое. Одно. Это одно может быть кем угодно. Это можешь быть ты, и это могу быть я. Так что вначале я была двумя. А сейчас я одна. Только одна. Я ничто, только половина. Ищущая вторую, в поисках недостающей части, ищу кого-то, кто будет заботиться, кого-то, кто поймет, кого-то, кто полюбит, кто подарит радость, кто создаст, кто осветит, кого-то хорошего, забавного, интересного, милого, кого-то особенного. Кого-то, кто заполнит пустоту в моем сердце и сделает его целым. Я не прекращу искать, пока не найду. Я найду его.